Репетиция перед студенческой весной. Так называют организаторы и участники фестиваль творчества «Студенческая осень». Множество заряженных и талантливых ребят готовились больше месяца, чтобы с достоинством представить свой вуз на сцене губернаторского. Все наслышаны, да, действительно, о том, что есть студенческая весна, она проходит и на всероссийском, да, уровне, но есть еще и студенческая осень. С одной стороны, где-то это репетиция для того, чтобы подготовиться еще, а ведь творческий процесс, он же бесконечен, поэтому его тоже невозможно прервать, и мы здесь стараемся поддержать, и министерство, и губернатор всегда все наши инициативы поддерживает. Когда мы поддерживаем молодежь, и они еще раз для них это есть возможность выступить на сцене и попробовать себя. В этом году студенты, не сговариваясь, решили рассказать о важном. Технический вуз 40 минут искал самого счастливого человека в мире, чтобы узнать его секрет. А когда нашли, то поняли, что ничего особенного для счастья не нужно. Аграрный университет представил, что бы было, если в мире жили только роботы. Ребята пришли к выводу, что и машинам, и людям нужно одно – любовь. Какие инновации? Инновации будут только на сцене, я думаю, что какие-то режиссерские задумки, какие-то задумки постановщиков. Очень хотим увидеть новые интересные номера. Естественно, пришли первокурсники, будем смотреть новые лица. И вот как раз мы и готовились к тому, чтобы эта студенческая осень дала возможность открыть новые лица в студенческом творчестве. Ульяновский государственный университет собрал членов семьи на яхте. В атмосфере праздника родственники поделились детскими травмами, переживаниями и счастливыми воспоминаниями. Студенты классического вуза показали, что любовь бывает разная, но семья у нас одна. Будущие педагоги порассуждали о том, что любят и не любят люди. Разбавили свое выступление яркими танцами и вокальными номерами. Соревновались между собой не только артисты, но и болельщики. Кубок лучшей группы поддержки завоевал Улгу. Но борьба была серьезная. Все подготовились, запаслись фонариками, выучили кричалки и принесли реквизит. Мы сегодня болеем за политех, потому что это лучший вуз, это политех! Первое место фестиваля «Студенческая осень» завоевали студенты педагогического. Улгу и политех разделили второе место, а аграрии взяли бронзу. Также жюри выбрали лучшую хореографию, актера, вокал и сценарий. Светлана Карпухина, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.